Что-то вспомнилась история, мы как-то это, в 2002 что ли, году втроем на рыбалку ездили. Дед, отец, да я, вот на речку куда-то отец нас возил. Ага, ну дед со своими там удочками, самодельные всегда, крючки его опять же. Наживка там, не помню, что было, мы с утра приехали, сели. Короче, сели так, я, потом метра через 4-5, наверное, дед, и где-то еще метров через 5 отец. Ну, дед посередине сидит. Короче, дед ловит у нас ничего ни разу. Дед уже, считай, ведро, по-моему, наскирдовал. Отец так что-то на меня говорит: Кость, поди глянь, что он там делает, почему у него рыба клюет. Я к деду подхожу такой-то. Он что-то насаживает этот крючок на наживку. Матюкается там, мат-перемат, ебухи такие. Магия слова, ребятушки. Магия слова. Не зря его колдуном звали. Царство небесное. Так что делаем выводы. Русский мат — это крутое колдунство. Да? Will you special Russian match? Как это я в ливне говорил тогда. Ага, применяйте с осторожностью. А то не ровен час. Подловите кого-нибудь.